Это первый день выставки ProdExpo 2020. Мы продолжаем разговаривать с экспонентами. Игорь, расскажите, пожалуйста, о вашей продукции, что вы производите? Ну, наша компания «Северные напитки», в которую входит пивоваренная компания «Францис», пивоваренная компания «Артик Фокс». То есть мы представляем натуральное живое пиво, представляем крафтовые сорта пива, которые производятся в Архангельской области. Кроме нас в Архангельске никто крафт не варит, крафтовое пиво. И также производим безалкогольные напитки. Это «Соловецкий квас» и «Соловецкие морсы». То есть это линейка «Соловецких напитков». Вы сейчас к нам пришли с вашими новинками, да, вы на эту выставку привезли что-то новое. Расскажите поподробнее, с чем к нам пришли. На выставку мы принесли сюда, вот выше, да? Я демонстрирую. На выставку принесли сюда Апу, Бостон Типати, и принесли сюда вишневое пиво. И также Соловецкий квас. То есть это напиток, который сварен по рецептам монахов Соловецкого монастыря. При выдаче этого рецепта ни один монах не пострадал. Все было добровольно. Расскажите, какие у вас планы на 2020 год? Может быть, планируются новые продукты, может, новые каналы, точки дистрибуции? Что будет дальше с вашей продукцией? Ну, на 2020 год мы планируем завести линейку воды, Аква О2, спортивной воды в стекле и обычной, обогащенной кислородом, и обычной воды для спортсменов. Хотим улучшить линейку морсов, хотим сварить пиво с хвоей, то есть такие оригинальные сорта, которые кроме нас никто не варит. Поэтому ну, мы склонны к экспериментаторству, поэтому и вводим новые продукты, новые технологии. Хорошо, Игорь, спасибо огромное. Мы вернемся к вам через несколько минут с новыми гостями.